Здравствуйте, уважаемые зрители канала. У нас сегодня вот такой вот аппарат. Скутер 5080 на 139 движке. Решили, опять же, показать обзор по проводке, куда что идет, как все это работает. Проводка здесь, конечно, в таком состоянии убогом, но для того, чтобы показать, подойдет. Потому что другого варианта особо нет. Поэтому он уже разобранный, готов ко всем манипуляциям. Опять же, сделаем несколько серий. Я думаю, так же, как по Альфе. Потому что все сразу же это очень долго, муторно, кропотливо не получится в итоге. Ну, опять же, начнем, я думаю, с того, что расскажем, как работает замок зажигания. Ну, вся электросистема, как начинает работать от замка. Что нам надо, чтобы этим заниматься? Всем рекомендую обзавестись схемой. Вот подобная электросхема есть в документах, должна быть к скутеру прилагаться. В принципе, все довольно-таки понятно и просто. Итак, ну и, конечно, очень нужен прибор. Тестер, так сказать. Ну что ж, начнем потихонечку. Кстати, все похоже довольно-таки как на Альфу. Ничего тут особо кардинально лишнего не придумано. Чуть-чуть немножко по-другому, но в общем и целом все так же. Опять же, чисто зеленый провод, только запоминаем, чисто зеленый без всяких полос. Это у нас масса. Сразу же ориентируемся так. Ну что ж, поехали. Давайте сначала схему посмотрим. Так, вот у нас ККБ, от него идет плюс, ну вот это показано, что масса, плюс идет, один провод идет у нас на реле и, соответственно, на электростартер. Дальше, другой провод идет к замку и также еще соединен с реле регулятором. Ну и также сделана система, для чего это сделано, что когда при заведенном двигателе ток пойдет уже не с аккумулятора в бортовую сеть, а с реле регулятора. Дальше. После замка этот красный провод переходит на черный. Так же, как на Альфе, опять же, подчеркиваю. Ну и расходится у нас на концевики стоп-сигналов. Соответственно, вот они два показаны. А, соответственно, со стоп-сигналов вот он выходит провод, который идет к заднему стоп-сигналу, и вот оно, реле стартера. То есть на кнопку стартера идет, соответственно, потом включает нам электростартер. Куда еще? Ну, наконец-то на сигнал. На звуковой сигнал и показатель, датчик бензобака и тахометр. По-моему, ничего не забыл. Давайте сейчас покажем, как это работает. Методом прозвонки я вам покажу. Так, начнем с того, что вот у нас здесь плюс. Тут у нас, конечно, все в печальном виде. Так, плюс у нас представлен двумя проводами, вот как я и показал. Этот плюсовой провод идет на стартер. Вот сюда стартера нету здесь, кончился. Но вот провод есть. Давайте, чтобы не быть голословным, я продемонстрирую, будет звуковой сигнал. Так. Почему-то нет звукового сигнала. Где-то обрыв. Так, второй провод у нас через предохранитель. Здесь, кстати, вот какой-то странный. Возможно, это уже сами наколдовали. Обычно предохранитель идет, как на Альфе мы показывали, то есть в таком кейсе, обычный трубчатый предохранитель. Здесь уже как на машине предохранитель, такой вот сюда вот вставляется, закрывается. Итак, вот этот провод у нас должен идти на замок. Давайте попробуем все это. Так, вот фишка у нас на замок. Вот эти провода через вот этот жгут подходят сюда. Вот он, красный провод. Давайте попробуем прозвоним. Так, что за хуйня? А, извиняюсь, тут же предохранитель нет, поэтому
То есть вот так мы покажем. Слышно, да? Провод доходит до замка. Соответственно, давайте еще проверим, соединен ли он с реле регулятором. У нас вот фишка реле регулятора. 4 провода. Так. Все. По схеме все верно, да? Дальше. Так, мы сейчас выключим замок, да? То есть, соответственно, вот сейчас не должен плюс переходить на черный провод. Нет ничего, да? Вот, на черный провод, как бы. Зажигание включаем. Все, у нас плюс пошел на черный провод, уже в бортовую сеть. Ну, как же, так же, как по схеме, как я вам показывал. Дальше покажем, как он расходится, да? Так, подключаем к черному проводу. И давайте пробовать. Ага, ну вот у нас здесь тахометра нет, но покажем. Вот черный провод подходит на... Так, сделаем. Вот. Это на указатель уровня топлива бензин. Да, уровень топлива. Так, дальше. Теперь на концевик, да? Давайте найдем. Вот у нас провода на... Так, 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 так. Нет, это не то. Вот, вот, вот он. Вот он концевик. Тормозов. Черный провод. Вот он, черный провод. Тут уже, конечно, нахимичено. Он уже вот такой вот. Кто-то уже колдовал. Ну вот он. Так, прикручен к черному. Вот покажи, да? Сейчас проверим. Вот. То есть на указатель все у нас тоже есть. Все также, опять же, согласно схеме. То есть, если мы сейчас нажмем тормоза, загорится задний фонарь. Теперь, что еще? На звуковой сигнал. Звуковой сигнал. Сейчас мы покажем. Опять же, черный провод идет. Так, вот в этот, как бы. Нет, сигнал у нас на той стороне. Да, на той стороне. Вот он. В этот, в эту фишку идет черный провод. Вот он. Нет, это не то. Так, 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 вот. Вот, 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 вот. Вот черный провод. Проверяем. Так, сейчас, сейчас, секунду. Все, есть. Это на звуковой сигнал. Ну, что еще осталось? Вот на реле. На реле поворотов. Вот она. Вот эта фишка. Вот сверху я покажи. Реле поворотов это у нас. На скутере она представлена уже 3 проводами, на альфе 2. По центру, вот видите, подходит у нас черный провод. Давайте мы сейчас также его проверим. Так, блин, неудобно, конечно, одному. Все есть, да? Как видите, я... Да вот не могу подцепить. Вот, в середине вот этой фишки. Ага. Это идет на реле поворотов. Дальше, что мы еще хотели показать? Опять же, то, что у нас идет на, как ее, на реле стартера. Это вот этот провод. Вот он здесь представлен вот таким проводом. Опять же, это только сработает. Сейчас показания приборов есть, да? Этот провод у нас... И при включении, опять же, тормоза, у него ток пойдет, и все должно заработать. Так, где у нас этот провод? Ну вот, здесь мы покажем на схеме. Этот провод должен быть на... Так, 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 так. Переключатель на реле. Ну и последний момент. При включении концевика тормозов. Здесь у нас, кстати, он уже постоянно включен. Он заклинил в состояние. Надо будет менять. Я сначала потыкал, не понял, в чем проблема. Оказывается, он заклинил. Переходит
плюс вот сюда, соответственно, пошел на фонарь и на реле старт, на кнопку стартера, точнее так сказать. Реле-то вот оно. Вот кнопка. Это зелено-желтый провод. Так, вот у нас вот это жгут управления. Вот у нас зелено-желтый провод. Ну вот, возьмем, допустим, черную. Ага. Не пищи, потому что много проводов, плюс концевик там свое сопротивление имеет. То есть, ну, по факту, стрелки пошли, значит, есть, так сказать, соединение между проводами. Так, дальше. И отсюда уже при нажатии кнопки он должен переходить вот на этот. Так, давай, знаешь, как это сделаем? Ага, вот отсюда. Сейчас посмотрим. Должен вот сюда переходить. Че, вот кнопка тоже там заклинила, что ли? Че? Вот на этот провод. На красно-желтый. Че, с кнопкой тоже, походу? Да-да, проводка все закисшая. Ну, в общем, принцип понятен, да? При нажатии сначала тормозов, плюс у нас переходит на по этому проводу на этот пульт управления. На кнопку нажимаем, пошел вот здесь в приборе он красно-желтый, здесь как бы он тоже как бы красно-желтый, только уже красный желтый полосой идет, и этот провод доходить должен вот до сюда. Реле у нас здесь есть вообще здесь? Вот, нет, это не оно. Где у нас реле? А, вот это уже представлено вот в таком виде. Так, ну что ж, давай посмотрим, где у нас. Так вот мы покажем. Сюда, значит, приходит вот с это с красной и желтой полосой. Ой, наоборот, с желтой с красной полосой. Переходит на красный и желтый полосой. И вот уже подходит сюда. Это у нас... Сейчас поболтаем. Вот. Жгут реле стартера. На этом, я думаю, первую часть закончим. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч, пока.